Дили-дили-бом, закрой глаза скорее. Кто-то ходит за окном и стучится в двери. Человек может находиться в трех состояниях: в сознании, во сне и где-то между ними. Чуть ли не каждый хоть раз в жизни сталкивается с сонным параличом. Меня придавило к кровати. И я ее увидела так же четко, как вижу вас. Расскажи мне, что ты видела. Продюсера паранормального явления и Астрал. Если это всего лишь галлюцинации, почему тогда мы все видели ее? Мара существует. Она убивала и до этого. Сначала она помечает тебя, а затем убивает. Она стоит за вами. Если уснешь сегодня, то ты умрешь. Только не спи. Только не спи. Только не спи! Мара. Может, расскажете мне, что происходит? Около 2 месяцев назад мы обнаружили Даниила спящим с открытыми глазами. Он пытался что-то сказать, но все его тело было парализовано. Даниил, ты перенес сонный паралич. Разум понял, что в комнате что-то было. Это просто твои фантазии, твое воображение. Это происходит не только с ним. Но и с нами. Здесь будут спать ваши родители, так что вы в безопасности. Мы проследим за тем, что происходит с вами во сне. С нами в комнате. Что-то было. И это был не сон. Оно приходит, когда я сплю. Приходит из тьмы. Ночной кошмар. Демон существует с тех пор, как люди научились спать. Он парализует ребенка, а потом душит его. Лабиринты сна. Кто скажет, почему арт Данте по-прежнему актуален? Давно тебе это снится?
каждая ночь. Уже 3 недели. Налицо все признаки ритуального убийства. Ее убили 2 дня назад. Но я видел это во сне еще раньше. Это точно она, я уверен. Ты видел во сне то, что только должно было случиться. Все это называется вещи и сны. Стой! Стой! Тебе тоже это приснилось, верно? Так вот почему у нас одинаковые сны. Она велит нам найти это. Именно здесь все случилось. Это какое-то безумие. Хотите узнать о 7 черных музах? Ведь именно о них вы пришли поговорить. Первая муза приглашает. Добро пожаловать, мистер Соломон. Мы вас ждали. Вторая заклинает. То, что ты нашел в аквариуме, принадлежит нам. Третья лжет. Я хотел заполучить его. Почему ты не отдала? Четвертая наказывает. Я успокою жажду и боль. Нет! Пятая предсказывает. Только это нас защитит. Ты не знаешь, на что они способны. Шестая соблазняет. А седьмая убьет тебя. Девушка вела дневник. Это было... странным? Она поступила с жалобами на кошмары, помнишь? Льюис пытался понять, о чем, черт возьми, писала девушка. Нам очень нужен финальный отчет о его работе. Что ты читаешь? Дневник девочки-подростка. Ибо кто прочитает его, будет навечно проклят. Мне что-то мерещится. Выглядите уставшим. Я устал. Мне нужно объективное мнение. Я не могу оценить свое состояние. Шарлотта, где Синди? Я сказал, разбуди меня! Сейчас же! Проснись. Думаю, да. Коди, это миссис и мистер Хобсон. Здравствуй. Доброе утро. Ему нравятся бабочки. Красивая комната. Вы будете хорошими приемными родителями. А кто это? Это наш сын, Шон. А где он? Он в раю. Постарайся поспать, Коди. Сладких снов. Как живой. Поздоровайтесь с Коди. Здравствуй, Коди. Зачем тебе таблетки, Коди? Мне не нравится спать. Мои сны. Что с твоими снами? Что-то не так. Мне нужно узнать больше о снах Коди. Вы уже слышали об этом. Ваш сын не хочет спать. Сны этого мальчика становятся явью. Они невероятные, прекрасные. Но его кошмары... они... опасны. Смертельно.
нужно поговорить с вашим сыном. Нет, нет! Коди! Нельзя давать ему спать. Проснись! Мы обещали заботиться об этом ребенке. Центр Кэмпбелла. И засияло солнышко. Он обеспечивает им пищу, питьевую воду и туалет. Она считает, что ее похитили, значит, есть шанс выжить. Но это лишь такая форма пытки. Это для него как ритуал, чистка перед тем, как он забирает их домой и превращает их в куклу, в игрушку. Там все полностью автоматизировано. Если до вечера мы ее не найдем, с ней это случится. По просьбе мистера Купермана мы связались с советом директоров. И они дали свое согласие. Родители Эдварда тоже. Итак, джентльмены, это катализатор. Система перенесения нейрологических синапсов. Она не только показывает мозг, она пересылает сигнал другому участнику. Нужно лишь, соответственно, настроиться. Вы не просто настраиваетесь, вы становитесь участником шоу. Он готов? Фильм компании New Line Cinema. Дети улицы Вязов пока еще не в курсе, но по их душе идет он. Там что-то есть, да? Я видел, как появляются порезы. Лейтенант, кто это сделал? Не знаю. Тина! Что говорит коронер? Как увидел, блюет, из сортира не вылезает. Меня точно убьют. Это ты сделал? Там был кто-то еще. Он был в комнате с девушкой. Зашла она живая, вынесли ее ногами вперед. Никто не знает, откуда он взялся и к кому он придет следующим. Нэнси, с тобой что-то не так, ты придумываешь всякое. Кошмар на улице Вязов. Ты веришь, что есть бабайка? Нет. Что бы ты ни делал, не за... Сыпай. Нет! Только она может его остановить, если и у нее не выйдет. Теперь я твой парень, Нэнси. Не выживет никто. Помогите, прошу! Ну где же вы?
Фильм Уэса Крейвена, режиссера «У холмов есть глаза» и «Последний дом слева». Шедевр в жанре хоррор. «Кошмар на улице Вязов».